Создатели программы «Музыкальный абонемент. Восхождение к искусству» считают, чтобы отправиться в путешествие по эпохам, не нужно создавать машину времени. Достаточно просто включить музыку. В первую очередь абонемент, конечно, просветительский у нас. Он рассчитан на юношескую аудиторию, ну и, может быть, просто на всех, кто любит музыку. В этот раз для ребят подготовили концерт, в который вошли произведения, написанные в период барокко, классицизма, возрождения. Не забыли авторы и о современности. Каждый ребенок, приходя сюда, видит, что слушает музыку разных направлений, разных, видит, что музыка соединяется с живописью, живопись соединяется с музыкой и также с прикладными разными видами искусства. Приглушенный свет, рояль, на экране изображение великих художников, произведения, которые вдохновляли современников. Так рождались известные мелодии. Они и сейчас не теряют своей актуальности. Музыка ложится на сердце, на душу и запоминается. А великая музыка запоминается во много раз больше, чем просто музыка ежедневная, каждодневная музыка. Это классика. Концерты в рамках программы «Музыкальный абонемент» проходят несколько раз в год. Педагоги и ученики Центра эстетического воспитания разучивают новые партитуры, ставят хореографические миниатюры. На сцене выступают не только дети, но и взрослые. Музыка объединяет, направляет, мотивирует. Именно она подарила миру великих композиторов, писателей, художников, поэтов и артистов. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».